Здравствуйте! Это «Бизнес с высоким IQ». Сегодня мы расскажем, как инновации могут сделать городской транспорт удобней и увеличить прибыль от его использования. Автобусы – главное средство передвижения в Ангарске. За их обслуживание отвечает компания «Социальная система». Чтобы наладить контроль выручки и снизить расход топлива, компания обратилась к МТС, лидеру корпоративного рынка связи. У пассажиров появился удобный способ оплаты проезда – безналично при помощи транспортных карт. А сим-карты M2M от МТС передают всю информацию в диспетчерскую. Дополнительные датчики в каждом автобусе помогают следить за расходом топлива. На сегодняшний день мы точно знаем наш пассажиропоток, оптимально распределяем автобусы по линиям и контролируем всю выручку. Ну и главное, в социальной системе удалось улучшить качество обслуживания пассажиров. МТС – номер один для вашего бизнеса.